крещения у Иоанна Крестителя. Кстати, Иоанн Креститель на греческом и на английском языке – это Иоанн Баптист. Может быть, кто-то думал, откуда баптисты взялись. Ну вот, это те, которые крестят тоже. Но мы не крестим зимой в проруби еще. Может быть, разве что будут желающие. Но если серьезно, то... Поэтому какие проблемы? Наркотики. Олег. Все-таки. Олег, ты же понимаешь, что по поводу наркотиков это может касаться другого. Но не меня и не нас тоже. Но отрицать то, что зависимость от наркотиков и на самом деле от алкоголя, она очень сильная. И я... Well, here I am back in Ashtarak, Armenia, on a crisp, brisk February morning, but not frigid. And I'm teaching here at the seminary, the Armenian seminary. I'm doing a two-week course on the Epistle to the Galatians. I've been coming here regularly, once or twice a year, for, oh my goodness, about 18 or 19 years now. And so it's a very happy, familiar place for me to be. Мне сказал Господь, ты моя сила и песня.
И это говорит о важности пения Господи в церкви. Оно пробуждает духовное состояние. Посмотрите, кого эта штука зацепила, тот приходит из игры. Так что всем отпрыгивайте. Это вкусно? Да, свое сердце для служения. И еще хотел бы упомянуть наших братьев, отцов церкви, которые столбы истины, которые с того времени пришли сюда, и они уже многие года служат областными пастырями, пастырями церкви нашему, в области, в нашей стране. Ты кушай, потому что остынь.